Девчонки, всем привет! Чтобы вы не скучали, я решила все-таки сделать вам хотя бы небольшое видео. Я никуда не исчезла, я на самом деле на рабочем месте, пакую посылки. До 21 числа не принимаю заказы новые, потому что пакую посылки оплаченные, чтобы быстрее вышло. Там накопилось какое-то безумное количество, и не хочу, чтобы вы ждали долго. Итак, всегда заказы приходят, занимает время, тут еще я. Поэтому я решила эту неделю потратить именно на запаковку посылок. Так что, девочки, все, кто оплатил до сегодняшнего дня, включительно, я надеюсь разобраться в ближайшее время. Все, кто оплатили до 3 мая, посмотрите в нашу переписку, еще не получили штрих-код, пожалуйста, обратитесь ко мне. Все, кто оплатил после 3 мая, пожалуйста, не надо мне писать, дабы не тратить как бы мое время на пустую переписку. Только те, кто до 3 мая оплатил и еще не получил штрих-код, пожалуйста, напишите мне в WhatsApp. У нас золотые напайки 9-каратные. Вот такой котюнчик сидит замечательный. Хочу напомнить, что на эту партию украшений скидка в 15%, потому что это распродажа завода. Они не хотят больше заниматься золотыми напайками. То есть штучно можно будет заказать. Резинки все у них остаются. Но так массово они уже не хотят, сняли все это дело с каталогов. Так что, если кто-то что-то хочет на будущее заказать, записывайте, пожалуйста, артикул. К-344, это Продесса, Продесса буква Пи, это дочерняя, как бы, дочерняя линия от Шаблюля. У них как бы разные названия и разные буквы. К-344, $138, это со скидкой в 15%, классная цепочка. Можно ли ее снять, чтобы использовать в других украшениях? Сейчас попробуем. Почему бы нет? Мне кажется, что можно. Там отверстие, по-моему, большое. Да, то есть вы, получается, еще и получаете цепочечку довольно классную в подарок. Вот такая кошенятка. $138. 9-каратные напайки. Проба стоит обычно на 14-каратных напайках. 9-каратные напайки. Израильские заводы ни один, подчеркиваю, пробу золота не ставит. Только пробу серебра. Вот у меня тут бумажечка, что это 9 карат в пакете, чтобы не перепутать. Потому что визуально они практически, я лично отличить не могу, только по цене. Ну и по наличию пробы на украшении. Так. Дальше у нас есть цветочки. Это D73. Артикул один и тот же. Цветочков 2 с голубым топазом. Натуральным. Сейчас я второй освобожу. Второй с аметистом кабошоном. Цена у обоих одинаковая. Не зависит от вставки в данном случае. Ну, потому что распродажи, они не стали рассчитывать как-то отдельно. И сейчас вам скажу. $151 стоит каждое изделие. И это еще после 15% скидки. И еще я там от себя добавила небольшую скидку, если честно. Очень красивая. Видите, как все это золотая напайка 9-каратная. 17-17,5 по ощущению. Изумительное по красоте кольцо. Просто бомбическое. Второе кольцо. У меня есть ощущение, что оно побольше. Да, оно покрупнее. Сейчас мы его промерим. И это аметист кабошон. Кстати, интересно, как вставка все-таки меняет облик. Аметист кабошон. И это у нас... Так. Прошу прощения, что действительно большой перерыв в видео, но я пакую. И скоро буду ощущать себя почтальоном Печкиным. 18¾. Шинка красивая у колец. Смотрите, цена немалая, но это уже вещь.
это уже вещь. Это золото сверху, это голубой топаз, аметист натуральный. Как я люблю говорить, такие вещи можно уже по наследству передавать. Действительно, это уже... И они такие довольно массивные. Хорошо. С ними мы разобрались. Следующее в нашей программе. Мне самой интересно жутко, потому что я, честно вам скажу, я этот пакет даже не рассматривала. Мне настолько некогда, что я даже не вынимала, не смотрела, что там. Я вот сейчас вместе с вами буквально изучаю. Тут же я как бы цену расценяю. О, кстати, это попкорн цепочка. Смотрите, какая у нас розовый кварц. Сегодня девчонки в чате обсуждали украшения с розовым кварцем, если я не ошибаюсь. И вот, пожалуйста, вам получите, распишитесь. Золотые на пайке цветочки. К64. Это его номер. $108 после скидки. Можно ли снять цепь? Цепь. Да, пожалуйста. Можно и цепь снять. Сюда вставить можно чокер. Или другую цепь. Или жгут, или гривну, или золотую цепь, если у вас такая имеется своя. Или еще что-нибудь интересное. Короче, как говорится, все, что пожелаете. $108. К196. Недавно кто-то из девчонок, я не знаю, если я еще не отправила, я вам покажу. Сейчас, девочки, если у меня еще не отправлено. Девочки, не отправлено. Это та, значит, смотрите, кто-то из девчонок, ну я знаю, кто, не хочу просто имя называть лишний раз. Меня, как говорится, не уполномочивали, секретик. Кораллом без золота. Видите как? К195. А это К196. Он, видать, идет завальцованность. Сюда можно прозрачный камень вставлять, потому что у них всегда клеевые и прозрачные, они разные. Видите как? Оказывается, у нас есть и идентичные иногда кулоны. Значит, вот этот вот К196, он с большим гранатом. Ну, с большим относительно, конечно. В Марказите видали мы и побольше гранаты. Так, вернула я домой тот кулончик. Но, тем не менее, очень, видите, здесь, почему он 196, и здесь на пайка, видите, прозрачная, прямо видно золото. Красиво очень сделано, потому что там 195-й, он идет сплошной. А здесь, видите, эта модель сделана специально под прозрачный камень. Очень красиво. Сейчас, наверное, цена будет красивая, соответственно. Тут много золота и гранат. Сейчас посмотрим. К196. Сколько ты стоишь, дорогой наш друг? После скидки в 15% и плюс еще от меня небольшая скидка, $165 получается. Цепочку тоже можно снять. Большой такой у нас пыптик, на котором висит. $165. Но это, опять же, ребята, очень крутые вещи. Я вообще все круглое люблю. Так для меня это как-то особенно приятно. Так, девочки, я сегодня смогу вам, я просто вклинилась в видео, чтобы вы совсем не заскучали. Но у меня реально очень большое количество работы по запаковке. Все это произошло из-за того, что первую часть месяца была, как вы знаете, у нас на почте кибератака и не работала 2 недели вообще ничего. А потом приехали мои друзья, и еще мы как бы гуляли вовсю, так сказать. И я наездила 4000 километров по Израилю за 10 дней, представляете? И все это дело привело к большому скачку напряжения в отправке посылок, чем я, собственно, сейчас и занимаюсь.
Ну, не только, у меня там еще всякая есть бюрократическая работа, типа подачи налога, вообще все эти вещи не только состоят из красивых блестящих украшений, но еще и из горы бумажек с разборками, с таможней, всякие такие вещи приятные. Кто любит бумажки и канцелярию, тот, наверное, я вообще очень люблю ручки, у меня много разных. Иришка мне приносит. Короче, у меня куча ручек. Вот я развлекаюсь тем, что эти налоговые все подписываю каждый раз разной ручкой. Хоть какой-то у меня элемент игры от всего этого. Чем бы дитя не тешилось. Ребята, изумительной красоты кулон. К17. Девчонки, а кто любит канцелярские товары? Напишите в комментариях. Интересно, я когда-то своей ученице говорила, что если в следующей жизни мне нужно будет выбрать работу, я обязательно открою, ну, как бы такую, которой я не занималась в этой жизни, я обязательно открою канцелярский магазин. Буду продавать концтовары. Концтовары обожаю. С детства еще. У меня такая вот странность. Значит, девочки, у нас вот этот вот шикарнейший кулон 101 доллар. Сюда входит моя скидка очень маленькая и очень большая скидка завода 15%. Смотрите, какая, какой цветочек, какие все. Он такой массивный, он. Ух, еще и цепь попкорн вам дается в подарок. Короче, супер-пупер-дупер. Не пропустите. Если не хватит и нужно будет в заказ, то это уже будет дороже на 15%. Хорошенький ты. Ты нам понравился. Так, девочки, еще, наверное, буквально одно изделие. И я, к сожалению, должна закончить. Действительно, у меня еще много работы, но постараюсь вас не бросать, хотя бы такие короткие включения делать. Но опять же, с 21 числа, как я уже сказала, я буду опять принимать заказы на все заводы. До 4 часов дня по Израилю, пожалуйста, заводы на заказы на израильские заводы, чтобы я могла у людей, просто у вас есть вопросы, и до 4 люди на работе, я могу задавать эти вопросы. После 4 просто уже неудобно, некому обращаться. А по заказам на Марказит, скажем, там у них часы работы вообще другие, так что тут уже в любое время. Ну, Игорь мне просто милостиво разрешает писать ему в любое время, тоже можно. Вот, по янтарям я скидываю в чат, когда выходит с производства. Кто еще не в чате, заходите туда. D2, 9-каратные напайки, 7,5, 7 с четвертью по кальцимеру, штанген-циркуль, 17,6. Оно маломерит, наверное, ну, на размер так точно. Это, скорее всего, 16,7 кольцо. Очень красивое для девочек-золушек с тонкими пальцами. И цена его тоже после моей небольшой скидки и большой скидки от завода 153 доллара. Здесь очень много золота. Видите, это не просто напайка сверху, это припайка золотой пластины. То есть вот это все границы поля, это все золото, добавленное к серебряной середине. То есть по весу здесь очень много золота, поэтому и цена, соответственно. 153 доллара после скидок 16,8. Размер D2. Все, ребята, на этом я временно закругляюсь. Я не закончила пакет, у меня тут еще много, так что ждите и жду вас в комментариях. WhatsApp, еще раз очень прошу, очень прошу, умоляю, до 21 мая не задавать мне просто каких-то вопросов по заказам, по выбору украшений, только по оплате уже отобранных или уже оплаченных по пересылке. Все, с 21 продолжим общение.